Нет, Маяковский, на левом фронте я не воюю. Я создам свое объединение, россияне. Дуэль поэтическая между Есениным и Маяковским – легенда, но ставшая настолько популярной, что вновь и вновь любители лирического творчества выходят на ринг в образах. Сыграть Есенина оказалось непросто, делится Иван Соловьев. Даже внешнее сходство не помогло. Искал что-то общее с поэтом в характере. Он очень любил свою маму. Я тоже очень люблю свою маму. Я тоже писал ей стихи. Сам Есенин говорил о том, что он больше прислушивался не к книжному слову, а к слову звучащему. Это русский народный эпос, это странники, которые приходили к ним в дом. Потом начались поиски, действительно. И это поиски и на Западе были, да, он путешествовал очень много. И через век Есенин будоражит душу. Загадочная жизнь и смерть поэта. Флёр таинственности привлекает нынешнее поколение. Вы говорили, нам пора расстаться. Что вас измучила моя шальная жизнь? Что вам пора за дело приниматься, а мой удел катиться дальше, вниз? Черный человек спать не дает мне всю ночь. Черный человек водит пальцем по мерзкой книге. Заметался по жаркому бою, позабыли сроди. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События.